Так, да. Значит, третья песня, прекрасные стихи. Песня называется «В дом свой весенний». О чем писать в косматом декабре, когда буянит мелочное море? Пиши о марокканском серебре, еще пиши о лондонском арфоре. Тепло руки хранит и тот. Дотронься безделушки, выпей чаю. Ты видишь тучу темную, как крот. Я долетел к тебе, я отвечаю. А форточку ударившись слегка, приходит ветер, водит и бормочет, что вот тебе она, моя рука. А вот мои слова в четвертом ночи. Мы оба доживем, и я, и ты, до скорлупы раскрашенной повсюду, до женщин, помещающих цветы, маслиновых в подручную посуду. А вот и дом, а вот и этот дом. К нему ведет секретная дорожка, поблескивая белым серебром. Сквозь заросли душистого горошка найдется место там для всех вещей. Сюда положим море, здесь осколки, а тут безделку, что ковал Кощей. Джеляби в замызганной бейсболке, а после койку вынесем во двор и ляжем там, обнявшись, не дыша, и таинственную птицу Nevermore, мистического облика лишая. Спасибо. Спасибо.